Скорость, выносливость и мгновенное принятие решений. Закинуть мяч в корзину вопреки ветру, дождю и холоду. В Химках провели соревнования по стритболу среди любительских команд. Впервые в истории Московской области в Химках проходит фестиваль уличного баскетбола. Приурочен он к тому, что мы хотим рассказать о том, что у нас есть такая великолепная команда, как «Гагарин». Это лучшая баскетбольная команда в формате 3x3 в России. Это команда, которая сейчас попадает в топ-10 мирового рейтинга. И мы проводим «Гагарин Кап». Главное отличие от классического баскетбола – в стритбол играют под открытым небом и мячами меньшими по размеру. Площадка составляет ровно половину той, что в баскетболе 5x5, а кольцо только одно. В баскетболе там больше комбинаций, в стритболе это больше такой фристайл, что-то подвигаться, больше пасы какие-то, такие красивые моменты. А баскетбол – это больше такая тактическая игра. В турнире приняли участие 12 любительских команд из Подмосковья и других регионов страны. Среди зрителей – сама команда «Гагарин». Один из игроков, Дмитрий Чебуркин, только что вернулся с финального этапа Лиги наций в Венгрии, где в составе сборной России защищал честь страны. Мы поехали на турнир втроем, потому что перед самым турниром узнали то, что четвертый игрок получил травму, а замены у нас не было. И пришлось ехать втроем. Но в любом случае ехали за победу. Мы рады, что дошли до финала. По итогам турнира игроки «Гагарина» наградили 3 лучших команды, вручили кубки и подарки.